ты ебаный рот. Уртината, уртината, ассаламу алейкум, жігіттер. Не мәшін уртинат, ха? Байым. Мәне кет. Жермал ты есен, жанатыр. Қой сақтасын, аудио. На ходу. Бежание, хара. Машина горит в 27-м микрорайоне возле 67-го дома. Ой, быстрее, блин, лохость. Нет, хуйня, блин. Некси, да? Уезжай, ёлка, ты чё он там? Блин, тормози, блин. Ну, чё он там, блин? Прямо сейчас, в 27-м микрорайоне. Буквально вот за 5 минут до того, как она загорелась, я стоял курил. Четверо детей стояли около двери, в машине была открытая дверь. Пассажирская. Я еще хотел жене сказать, это те, кто вот здесь до этого на машине прыгали на чужой. Туда-сюда вышли, Саша говорит, уже горит машина. А я-то думала, изнутри она вот чуть-чуть. Я тоже курю, стою, думаю, она какой-то маленькая, пламя. Нет, я когда стоял, пламени не было, но они дверь открывали пассажирскую. Игрались там что-то они с машиной с этой. Наверное, кто-то дверь оставил открытую, а дети на это.
Здесь произошла авария. Я, как вижу, сгорела машина, перекрыли дорогу. Трасса возле Приозерного. Здесь пожарные, полиция. Куда-то людей забирают.